Уважаемый Ильхам Гюдарович, уважаемые друзья, коллеги, мы очень рады всех вас приветствовать в Москве, как и договаривались во время моего визита в Баку. Только что мы с Николаем Владимировичем обсуждали текущие вопросы с глазу на глаз, но в таком широком составе есть возможность поговорить по всем принципиальным вопросам, представляющим взаимный интерес. Yeah.